Заткнитесь. Слова России заткнитесь говорите? Там, понятно? Вот. Заткнитесь. Слова России говорят. Езжайте в свою Россию. Gürcüstanda Rusiyaya şöhrət şüarı qışqıran ruslar marşrut avtobusundan qovulub. Yerli sakinlər rusları şüar səsləndirməməyə çağırsa da buna məhəl qoyulmayıb. Cavab olaraq gürcülər Ukraynaya şöhrət şüarı və Putinin ünvanına söyüş sədaları altında rusları qovur. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Слава России говорите? Понятно. Вот. Заткнитесь. Слава России говорят. Езжайте в свою Россию. Понятно? Понятно. Вот, езжайте туда. Чтоб ноги ваши не было здесь. Проклятые оккупанты. Если не иметь отношения, тогда разговаривайте так, как надо. Понятно? Вот и буду я вас учить, чтобы вы знали. Вы сейчас в Грузии. Вся Европа не говорит, России. Что Россия оккупант. Вся Европа, если б знали. А если знаете, какие у вас претензии? Я вам сказала, не смейте в Грузии вот так говорить. Не смейте. А если смеете, то езжайте или в Казахстан, или в Россию. А почему не в России не живете? Почему вы здесь? Почему? Таким если здесь слава России, почему вы здесь? А? Слава Богу! Выходите сейчас, мотайте езжайте отсюда! Давайте, мотайте отсюда! Быстро мотайте отсюда! Вставайте, мотайте отсюда! Мотайте отсюда, быстро! Быстро мотайте отсюда! Езжайте в Россию! В России езжайте! Проклятые! Быстро! Оккупанты! Никому вы не нужны! Ни в Европе, ни в Америке, ни в Грузии! Забирайте вот всех таких гнилых россиян! Хуйлов! Вы хуйлов! Путин хуйло и вы тоже хуйло! Слава Украине! Героям слава! Проклятые русские! Теперь не рады быть, кой! Дай хай! Ай, адам!